Денис, добро пожаловать в Омск. Как прошел твой перелет? Откуда ты прилетел? Спасибо большое. Я вылетел вчера утром из Копенгагена с пересадкой в Москве. Пришлось 8 часов ждать. В принципе, долго получился, долгий перелет, но ничего, я рад быть здесь. Уже завтра выходить на лед. Насколько ты к этому готов? Я жду с нетерпением. Очень рад буду присоединиться к команде. И просто хочу как можно быстрее начать тренировки. Как сложился твой прошедший сезон? Вот расскажи от самого начала до окончания звездного твоего часа победы на чемпионате мира. В прошлом году я выступал в шведской хоккейной лиге. Мы выиграли регулярный чемпионат, но, к сожалению, вылетели в плей-офф в четвертьфинале. После этого я присоединился к сборной Швеции. Это, конечно, был потрясающий опыт. Мы одержали победу, было здорово. Какой ты хоккеист? Расскажи нам, вот какие твои сильные стороны, чего тебя ждать на льду? Я думаю, что я такой двусторонний игрок, неплохо отрабатываю в обороне и владею шайбой хорошо, и, в принципе, зачастую выигрываю единоборства. Насколько для тебя морально и вообще психологически это все необычно, в Сибирь приехать, в другой город и вообще в России выступать? I don't know, we'll see about that. Пока сложно сказать, но вообще я слышал только хорошие об Омске и о команде «Авангард», поэтому надеюсь, что все здесь будет складываться удачно и что отношения будут хорошие, и все у нас сложится. Ты четвертый швед в «Авангарде», вот ты приехал, да, то есть стал четвертым шведом. Насколько для тебя важно, что три твоих соотечественника в Омске? Несомненно, здорово, когда ты приезжаешь в другую страну и есть твои соотечественники, но имеют значение многие другие вещи, но, конечно, это тоже немалозначимый фактор.